Надо кайфовать на работе. Вот я на своей работе кайфую. Я работаю здесь больше 10 лет. Это с 2006 года. Привел друг. Мы с ним здесь работаем до сих пор. Разговаривал с директором. Просто понравился. Как человек. Відповідальний. Це точно. Ответы на звонки, подбор, возможно, каких-то дополнительного оборудования к какому-то конкретному автомобилю, конкретному клиенту. Работа нравится, поэтому тяжелых рабочих дней нету. Работа нравится, поэтому больше 10 лет здесь работаю. Как семья. Ну, вот, все работники как одна большая семья. Все друг друга могут заменить, как-то помочь. Как-то так. Мне это по душе, мне это нравится. Человеческое должно быть отношение к любому клиенту. Ну, то есть не как там пришел, вот, ты с ним пообщался, и он ушел. Как-то надо каждому клиенту свой подход. Каждому клиенту можно найти определенный свой подход. Каждый клиент по-своему уникален. У каждого клиента есть свой автомобиль, он там рассчитывает на определенные вещи. Это с годами наработано просто. Хобби – путешествия. Очень люблю путешествовать. Кстати, путешествуют конкретно на автомобиле Hyundai. Очень много стран объезжу. Ну вот, хочется побывать везде. Во всех точках земного шара.